Всем привет! Мы продолжаем нашу серию вебинаров про UWC Climate Change. И сейчас у нас есть прекрасная возможность поговорить с Михаилом Заводским, который у нас закончил UWC Дележа аж в 17 году. Я права, Миш? Да, в 17 году. Окей, в 17 году. Вот, друзья, если у вас есть вопросы, можете писать нам в чате, я их озвучу Мише. А пока я попрошу Михаила, собственно, немножко вести нас в курс дела, рассказать о себе, как он, собственно, дошел до такого, что поступил в UWC Дележа, и узнаем также, где он сейчас. Так что, Михаил, давай, расскажи нам, пожалуйста. Всем добрый день, спасибо большое, что присоединились, и поздравляю всех с днем UWC. Если коротко обо мне, то у меня всегда с детства была мечта познакомиться с людьми из разных стран, познакомиться с разными культурами и просто наладить общение и найти друзей. Когда я узнал UWC, меня очень поразила идея этого движения и просто очень захотелось присоединиться к этой миссии. Пройдя отбор, меня выбрали на учебу в UWC Дилижан, где я учился в 2015-2016 годах, и затем остался в Армении, чтобы работать над нашим проектом, о котором мы сегодня поговорим. Слушай, Миша, а скажи, пожалуйста, вот до того, как ты начал свой процесс отбора через Национальный комитет UWC, у тебя был какой-то релевантный опыт в волонтерстве, вот, в sustainable каком-то девелопменте? Что-то вот, в биографии твоей привлекали такие опыты, проекты? В устойчивом развитии опыта до этого у меня не было. Я, в принципе, когда учился в России, всегда старался занимать активную позицию. Был членом студенческого совета. Мы организовывали всякие мероприятия для всего комьюнити, фестивали, участвовал в различных конференциях, делал какие-то доклады, презентации. Просто как бы старался разнообразить всегда учебу с какими-то другими активитетами. Окей, здорово. Ну, теперь давай расскажи нам о твоем детище, которое называется Риапага, правильно я говорю? Риапага, так? Ну, у нас уже два детища, которые связаны между собой. Давай, расскажи об обоих. Первое детище – это Риапаган, это благотворительный фонд, история которого корнями уходит в UWC Дилижан. Мы приехали в Дилижан в августе 2015 года. Мы были вторым поколением студентов, первым поколением, у кого были второгодки, второкурсники, которые нам помогали ориентироваться. Там, в Дилижане, я познакомился с Седриком. Седрик из Германии. Мы сразу подружились, у нас было очень много предметов вместе, и, естественно, нас интересовала Армения, мы хотели узнать больше о стране, мы стали много путешествовать, ездили в различные города, в деревни, просто ходили в какие-то походы по горам и влюбились в армянскую природу. Порой просто, когда идешь куда-нибудь в горы, нас поражали потрясающие пейзажи, но постоянно в глаза попадалась одна и та же проблема. И это проблема мусора. Порой, если ты стоишь на верхушке горы и смотришь на какой-то завораживающий пейзаж, можно подумать, что в этом месте никого не было, никто никогда не был. И мы как первооткрыватели. Но, однако, затем посмотришь направо, посмотришь налево, увидишь какую-нибудь пластиковую бутылку, а потом посмотришь вдаль и увидишь какой-нибудь пластиковый пакет, который может пролететь. И мы решили попробовать... И вы стоите с Эдриком на вершине горы. Смотрите вниз романтично и решаете, что нужно что-то делать. Ну, не сразу, не на верхушке горы, но это был постепенный процесс. И мы решили попробовать изменить эту ситуацию. Mm-hmm. Мы начали нашу деятельность с благотворительного фонда, который называется Риапага. Первым делом мы хотели создать сильное движение из людей, организаций, тоже такой movement, который действительно мог бы сделать реальные изменения в стране. Mm-hmm.
мы создали очень сильный совет попечителей и, конечно, всегда получали поддержку от комьюнити EWC. Особенно мы благодарны сооснователю EWC Дилижану Веронике Зунабан, очень благодарны также бывшему директору школы Денис Дэвидсон и ее мужу Нилу, которые поддерживали нас на каждом шаге этого развития и помогали реализовывать различные инициативы вместе. Угу. Миша, вот говоря о шагах, как раз я сейчас секундочку попрошу. А вот ну, зародилась идея, я могу себе представить, как зародилась идея, она, мне кажется, 5 секунд рождается, но дальше, что ты, куда ты бежишь с этой идеей, какие ваши были следующие шаги? Вот вы придумали, что да, нужно что-то делать. А есть какая-то идея, которую вы вдвоем можете до какого-то уровня справиться, но obviously вам нужны какие-то поддержки, да, финансовые, какие-то еще, поэтому... Что вот прям пошагово можешь? Да, да, конечно. Можно, да, сказать, что было дальше. Ну, в плане действий для нас, опять же, наверное, нас вдохновила миссия EWC, да, Education is a force to unite people, cultures and nations for peace and sustainable future. Поэтому мы поверили, что нужно именно начать с образования. Наши изначальные все activity включали различные образовательные ивенты, флешмобы, лекции, воркшопы, онлайн-образовательный контент и много-много-много другое. Пока мы учились дилижане, мы обучили порядка 60-70 тысяч граждан принципам устойчивого развития и важности переработки отходов. В организационном плане мы всегда, опять же, получали поддержку как от EWC колледжа, так и от фонда «Идея», от RVZ и многих партнеров и друзей EWC Community. Затем, как мы продолжали продвигать образовательную кампанию, и наша учеба уже подходила к концу, мы подумали, что окей, теперь большое количество людей знают о том, что нужно переработать отходы, нужно вести зеленый образ жизни. Но мы подумали, что у них нет возможности это делать. Mm-hmm. Поэтому мы решили остаться в Дилижане и основали первый такого типа на Кавказе завод по переработке пластика, алюминия и электронных отходов. А мы ты имеешь в виду, извини, что вы закончили 2 года своего образования там, да? Взяли какой-то перерыв и на какой-то период еще остались там жить и работать над этим проектом, так? Ну, мы до сих пор, то есть сейчас тоже так же мы половину времени проводим в Армении. И тогда мы все время проводили в Армении, когда только начинали. Значит, мы открыли этот завод, мы стали сотрудничать с различными муниципалитетами, организовали сортинг на всяких лендфиллах, потом сотрудничали с компаниями, с крупными компаниями, Coca-Cola, Ararat, которые стали собирать свои производственные отходы и отходы, которые у работников появились дома, они их тоже приносили на работу, и потом все это привозили к нам на переработку. Также, естественно, сотрудничали с просто с частными людьми, с частными домами, которые хотели перерабатывать свой мусор. Таким образом, через вот эту большую сеть партнеров, мы вышли на уровень переработки отходов свыше, чем 30 тысяч человек. Но основная цель этого facility, этого завода, была пилотная, то есть протестировать устойчивую модель, которую можно потом заскейлить по Армении, возможно, даже за границами Армении. Мы тестировали разные... То есть ты решил открывать такие же заводики, заводящие в каждой какой-то точке, да, страны и дальше? Вроде. Да, или то есть нужно иметь какой-то большой, больше facility большего размера, или они должны быть, наоборот, малого размера. Мы стали просто анализировать и тестировать, как лучше собирать отходы, и действительно понять проблему. Да, то есть, как бы, основное, это, как говорил Эйнштейн, что нужно, там, если у меня есть проблема, которая, от которой зависит моя жизнь, я 55 минут проведу на том, чтобы понять, что это за проблема, а 5 минут уже ее буду решать. И у нас основной фокус был именно на идентификации проблемы, почему же все-таки не происходит переработка. И мы поняли, что основная причина — это отсутствие каких-то инцентивов у населения, чтобы перерабатывать. То есть они не получают, люди не получают никакого прямого бенефита, с одной стороны, а с другой стороны, просто транспортировка отходов превышает саму себестоимость этих отходов. Mm-hmm.
И поэтому спустя год наших операций по переработке отходов мы придумали новый концепт, который завязан в информационной технологии, и открыли стартап, который называется Apago. С самого начала нас начал поддерживать фонд FAST, тоже часть вселенной RVBZ. Мы в сентябре 2018 года переехали к ним, основали наши headquarters у них на кампусе, проходили у них акселерацию, начали тестировать нашу модель. И идея Apago заключается... Ты говоришь, мы все знаем, что такое акселерация. Да, да, да. Но сначала о том, что такое Apago. Apago — это платформа. Что такое Apago сегодня? Apago — это платформа для людей, которые хотят перерабатывать свои отходы для зеленого комьюнити, где каждый может зарегистрироваться в нашем приложении, получить уникальный QR-код и с помощью этого QR-кода получить доступ к умным контейнерам. То есть сканировать его, контейнер узнает этого пользователя, поприветствует, скажет ему там: «Привет, Джон, как дела?» Откроется, Джон сможет положить свой пластик туда, и контейнер взвесит количество пластика, которое он положил. В зависимости от этого количества на аккаунт Джона придут зеленые очки, которые он может обменять на подарки, скидки, купоны и различные бенефиты. То есть в следующий раз, когда Джон пойдет за покупкой, он может экономить деньги, перерабатывая свой мусор. И все это совершенно бесплатно для каждого пользователя. Затем наши умные контейнеры автоматически отслеживают, сколько пластика внутри, когда нужно забрать, автоматически общаются с водителями, говорят, что окей, контейнер заполнился, нужно забрать, общаются между собой, чтобы... Это очень умные контейнеры. Мы стараемся. Которые общаются между собой, чтобы построить правильный маршрут и много-много другое. Акселерация — это программа поддержки стартапов, где стартапы проходят всякие различные менторские сессии, лекции, семинары. Можно это определить такой как интенсивный семестр получения знаний о том, как развивать стартап. Также от фонда FAST потом мы общались с ангелами фонда FAST и смогли получить от них инвестицию. Затем этот проект понравился Евросоюзу. Мы также получаем поддержку от Еврокомиссии. Значит, мы стали все это запускать. Запустили изначально тестовую платформу. Мы хотели протестировать именно, как будет работать модель с ревордами, со сбором, с платформой и так далее. Поэтому мы сначала не строили контейнеры, мы запустили подписки, чтобы можно было быстрее это все протестировать. И когда мы приезжаем напрямую к людям или к организациям с помощью Uber-like коллекторов, demand коллекторов, забираем у них их пластик или стекло или бумагу, и в обмен они получают вот эти награды, используют наше приложение, и все вместе перерабатываем отходы. Значит, сейчас... Кстати, а вот эти баллы, они могут использовать в любом магазине, то есть дальше они идут в любой местный магазин в Армении, и потом расплачиваются, как это? Не в любой магазин, то есть в приложении они получают эти очки. У нас сейчас есть 50 организаций-партнеров, и магазины, рестораны, кафе, сервисы, различные B2C компании, в которых они могут получить эти бенефиты. То есть они просто заходят в marketplace, смотрят, окей, есть то-то, тратят свои коины на что-то типа купона. И затем получают награду. Значит, на нашем тесте сейчас уже более 4000 человек перерабатывают с нами в Ереване. Но что было интересно узнать, тест был основан на платном сервисе, то есть подписка платная, за нее платят и компании, и частные лица. Только где-то 12-14% людей были согласны платить за этот сервис. Но огромное количество людей стали просто регистрироваться с нами и говорить нам о том, что мы хотим перерабатывать.
То есть сейчас у нас в базе данных где-то 30 тысяч человек, которые зарегистрировались и говорят, окей, мы хотим работать с вами. И с помощью умных контейнеров мы можем адресовать этот рынок, потому что мы можем сделать эту переработку бесплатно. Сейчас мы уже построили второй, мы построили сначала первый прототип, его протестировали на Севанском стартап-саммите, теперь опять перестроили с полученным фидбэком, сейчас установили наш уже второй прототип в Ереване, и сейчас уже активно его тестируем. Там сейчас где-то 150 семей уже на нем сидят. Здорово. То есть вот эти два больших проекта, да, и ты еще плюс ты учишься сейчас в Индийской бакалавриате, да? Да, мы также начали учиться. Как ты спишь? Это как происходит? Да. Вот сейчас будет тайм-менеджмент, секундочку. Расскажи, как ты успеваешь на двух больших проектах, собственно, быть увлеченным. Я понимаю, ты не оставил первый проект, правильно? Реапага. Да, мы также продолжаем заниматься Реапагой. Реапага много времени, конечно, тратит на поддержку Апага, но также планируем и делаем другие проекты. Ну, основной момент, я думаю, что это было бы невозможно совмещать без отличной команды. И я думаю, что основное достижение — это нам удалось построить действительно классную суперсильную команду, с которыми просто приятно работать, и вместе мы можем делать все эти проекты. А можешь немножко сказать про тогда про команду? Там есть еще UWC-выпускники, или это только вы вдвоем, а остальные люди вы уже нанимали как-то? Основные люди мы нанимали, мы находили, общались, рассказывали про проект, и людям очень нравилась идея, они присоединялись. Поэтому, конечно, с хорошей командой нам удается это совмещать и учебу, и проектную деятельность. Плюс учеба в Европе, то, что здесь посещение лекций и занятий является необязательным, то есть мы совершенно свободны. Я хожу, когда я здесь. То есть можно очень удобно совмещать. В любой момент у меня есть возможность поехать в Армению, работать в Армении, я могу приехать сюда, я могу учиться, могу одновременно онлайн работать, общаться с командой и продвигать проект. А ты уже выбрал свою специальность сейчас? На что, на кого ты учишься? Бизнес и экономика. Логично, логично. Смотри, ты еще начал с того, что вот не было людей менталитета, то, что мусор вообще нужно собирать, и не было каких-то вот инициатив, и они даже не понимали, зачем это делать. Вот сейчас вы уже несколько лет этим занимаетесь, да, есть уже какие-то другие люди в Армении, уже, которые вам как бы, схожие с менталитетом, схожим видением, они тоже начинают потихоньку заниматься мусором, есть это течение Zero Waste тоже. Ты, вот вы, команды, как-то с ними кооперируетесь, вы с ними сотрудничаете, как-то обмениваетесь опытом именно те, которые в Армении сейчас. И второй вопрос тут же, как, заметил ли ты изменения в менталитете обычных людей, которые не сотрудники ваши, которые этим не занимаются full-time, как работы и так далее, а те, которые приходят и вам это сдают. То есть они, до них дошло, да, через вас, через какие-то другие источники, что надо этим заниматься рано или поздно, потому что все... без нашей как бы вовлеченности и сбора мусора, и все будет очень нехорошо. Ну, тогда сначала об обществе, а потом уже об организациях. Я думаю, что одна из очень важных характеристик армянского общества — это общая дружелюбность людей. С одной стороны, а с другой стороны, особенно после революции, которая прошла в прошлом году, можно увидеть, что у людей также в глазах появилась надежда на более светлое будущее. Ну и это более светлое будущее, естественно, ассоциируется с чистой страной. С одной стороны. С другой стороны, конечно, мы очень активно продолжаем продвигать образовательный контент, в основном онлайн, через Facebook, Instagram, и объяснять людям о важности переработки. Я думаю, что зеленая комьюнити в Ереване растет, и мы будем стараться ускорять темпы этого роста. Ну и, конечно, очень здорово, что сейчас появляется много других проектов, которые также занимаются и экообразованием, и придумывают новые модели, как вести более зеленый образ жизни. Например, в фонде «Идея» есть Climate U-Turn, который... Сотрудничаете? Да, мы кооперировали по организации
Всемирного дня очистки, который проходил в прошлом году, 15 сентября. Ну, иногда общаемся по каким-то вопросам. Потом в Армении появилось несколько других фондов, которые также занимаются этим вопросом, с которым мы общаемся, делимся, кто над чем работает. То есть мы как бы... Армения — это не такая большая страна, поэтому мы, конечно, все друг друга знаем, и у нас у всех контакт друг с другом налажен. Но мы общаемся не только с армянскими инициативами, мы очень активно встречаемся на всяких международных площадках, общаемся с и лидерами каких-то фондов, какими-то социальными предпринимателями, которые работают в совершенно разных странах над этими вопросами. Принимали участие... Ну, мы, например, принимаем участие в глобальном форуме, в глобальном саммите предпринимательства, организованном правительством США и правительством Нидерландов, который проходил в Гаге в этом году. Принимали участие в одной из самых крупных конференций по приглашению правительства Франции в Париже, которая называется VivaTech. Там было 120 тысяч участников, 13 тысяч стартапов, что-то такое. Сейчас тоже участвуем в интересном проекте Еврокомиссии, называется проект социальных инноваций, поддержки социальных инноваций. Мы сейчас уже вошли в финал из 600 проектов, мы сейчас в топ-десятке и соревнуемся за финальные призы от Еврокомиссии, которые также отвечают за финансовую поддержку. Обалдеть. Слушай, а вот в международном контексте вы, наверное, тоже сделали какой-то анализ, да, и кто сейчас вообще на передовой, кто самая сейчас крутая страна, которая лучше всего справляется с отходами всяческого формата, пластик, стекло и так далее, с кого вот нужно брать пример? Ну, я думаю, что это стоит разделить, как бы, потому что брать пример и та страна, которая лидирует, я думаю, что немного разные вопросы. То есть лидеры сейчас по переработке — это Швеция, например. Они даже импортируют отходы из других стран. В Германии очень хорошо налажена переработка. В Норвегии очень неплохо работает переработка отходов. Но очень важно различить то, что у этих стран устройство страны и ресурсная база очень отличаются от развивающихся рынков, таких как Армения. Поэтому не факт, что те практики, которые были применены в Швеции, могут быть так же эффективно применены в Армении. Мы верим, что, например, наша модель намного подходит для Армении, для развивающихся рынков намного больше, чем, например, депозитная система в Германии. Спасибо. Слушай, а вот сейчас у нас вот открылись новые заявки для новых студентов, да, кандидатов, и многие из них наверняка посмотрят это видео. Если они захотят как-то принять участие, у них есть такая возможность, вот начнут они учиться у нас, Мы всегда рады людям, которые хотят поддержать проект. Конечно, у нас есть логистические вопросы, то, что как бы школа находится в Дилижане, мы сейчас сидим в Ереване, то есть там все-таки дистанция 100 километров, поэтому во время учебы это, возможно, будет не так просто. Mm-hmm. Но, конечно, у нас есть огромная база волонтеров, которые помогают нам в различных ивентах и так далее. И также у нас есть возможности прохождения стажировки с нами, например, во время летних каникул. Это в Ереване, Да, в Ереване. У нас всегда работают и стажеры, и международные волонтеры. Например, сейчас у нас в офисе работает девочка из Франции и еще одна девушка из Германии. А как эти девочки узнали о вас? Есть такой фонд, называется Birthright Armenia, который занимается
организации различных возможностей на какой-то среднесрочный срок приезда для диаспоры. И у них есть такая организация-сестра, Armenian Volunteering Corps, которые создают волонтерские возможности для просто жителей любой точки мира. И мы с ними запартнерились, и к нам иногда приезжают волонтеры из разных стран. У нас уже работал парень из Таиланда, парень из Штатов, вот сейчас из Франции, из Германии, и я думаю, еще будут. То есть у вас такой прям международный опыт там получается, да? Да-да-да, у нас очень хороший international community в офисе. И, ну, естественно, рабочий язык все-таки английский, не армянский. Да, я до сих пор не говорю по-армянски. Ну, это сложновато, да, его выучить. Даже за 2 года, даже в таком юном возрасте, это... надо еще больше времени совсем уже не спать. Да, нет, я как бы остановился на фразах «Привет, как дела?» Я плохо говорю по-армянски. Там, «Добрый вечер, спокойной ночи». Уже хорошо, уже можно что-то понять. Слушай, а какие у вас будущие планы? Потому что, ну, вы как-то прям масштабируетесь и не только... в плане одного проекта, вы еще масштабируетесь по проектам, растете, теперь у вас 2, может быть, там хотите, чтобы у вас была франшиза везде, в каждой площади. Что хотите в будущем? И в каком временном отрезке? Если говорить о АПАГА, о стартапе, то сейчас такой краткосрочный приоритет — это тестирование, дальнейшее тестирование нашего контейнера и такой market-fit контейнера. Да? Понять, как его сделать максимально привлекательным для комьюнити Еревана. И, естественно, если нам это удастся сделать в Ереване, мы хотим масштабировать это и в другие страны. Нам интересно и поработать в России, и в Грузии, и в Индии, и, возможно, в Китае. То есть для нас, в принципе, любой, если у нас все хорошо будет получаться в Армении, то для нас любой особенно развивающийся рынок, где переработка отходов не налажена, это потенциальная возможность для масштабирования. Мы надеемся, что в марте следующего года мы уже начнем смотреть на возможности входа на другие рынки. В следующем уже году? В марте, да. В марте и в апреле. Блин, вы вообще, конечно, молодцы. Да, я знаю эту историю, но каждый раз слушаю и впечатляюсь. И просто, чтобы добить меня и окончательно всех, скажи, сколько тебе лет сейчас? 21. 21. Прекрасно. Все могут идти отдыхать, потому что нам уже 20 лет. Да, в общем, я впечатлена. Мы уже поняли, как мы можем принять участие, если что. И последний вопрос. Опять же, в свете того, что сейчас открылись заявки для наших национальных комитетов, скажи что-нибудь со своих 21 годного экспириенса, да, уже и дилижание, и за рубежом сейчас учишься на бизнес-администрейшн, или что там? Business and economics. Да. Что вообще ты бы сейчас сказал ребятам, которым 15-16, и они сейчас поступают, многие из них на самом деле до сих пор не определились с тем, что дальше делать, что мы все прекрасно знаем, не является каким-то критическим моментом, можно определиться и в 20, и в 21, и позже. Просто с твоей сейчас вот, опытом, что бы ты им сказал? Я думаю, что очень важно быть открытым. И открытым как и в обществе, и открытым к новым опытам, к новым экспириенсам. Я верю в то, что лимит того, что мы делаем каждый день, он ограничен лишь нашим воображением и теми мечтами, которые мы создаем в своей голове. То есть я считаю, что очень важно think global, но act local. Mm-hmm. Ну, прекрасно, да. Я думаю, это применимо ко всем. Я опять же к себе пытаюсь применить и к 15-летним, и к нам чуть постарше, поэтому спасибо. Я сегодня заинспайлась, как это по-русски сказать, вдохновилась, пойду практиковать. Поэтому не буду себя ничем ограничивать. Спасибо еще раз. Удачи в учебе и stay in touch. Спасибо большое, очень приятно пообщаться. Еще раз поздравляю всех с днем EWC и желаю успехов и отличного дня. Давай, на связи, пока. Пока.